Построенная за 500 миллиардов тенге водораспределительная станция в Жамбылской области не работает. Объект построили 2 года назад, но, по словам сельчан, чистой питьевой водой они пользовались лишь несколько месяцев, а после оборудование вышло из строя. В итоге станцию вовсе закрыли. Причина, как оказалось, не только в поломке, но и в нехватке воды. Проверка показала, что подрядная компания вместо 200-метровой глубины пробурила скважину лишь наполовину. Объект проверяют представители государственного аудита, исследовательского института и областного архитектурно-строительного управления. Если будет выявлено, что он не соответствует требованиям проекта, то подрядчик обязан будет устранить все недочеты за свой счет. По договору действует 5-летний гарантийный срок.